третью снимаете поправку. Остаются две. Коллега Зубрилин, вы настаиваете на рассмотрении вашей поправки? Да, Алексей Валерьевич, настаиваю. Настаиваете. Хорошо, уважаемые коллеги, тогда мы переходим к работе с поправками автора, который настаивает на отдельном голосовании. Пожалуйста, поправка номер один из таблицы поправок. Поправка фракции КПРФ. Пожалуйста, Николай Григорьевич. Фракция КПРФ предлагает в статью первую в проекте конечную цифру увеличить до 14 888, в отличие от авторской суммы. Краткое обоснование. Учитывая сложившуюся социально-экономическую ситуацию в городе Москве, мы считаем, что предлагаемая сумма для повышения минимального прожиточного минимума в городе Москве является малосущественной. Для того, чтобы повысить социальную ответственность Московской городской думы перед малообеспеченными гражданами Москвы, перед пенсионерами, мы считаем, что нужно повысить прожиточный минимум на данный момент до 14 888 рублей. Спасибо. Спасибо, Николай Григорьевич. Ольга Евгеньевна, мнение редактора по данной поправке? Оно не изменилось. То есть вы поправку не поддерживаете? Нет, не поддерживаю.